Рекорд зафиксирован в Ивановской городской думе. На повестке дня 45 вопросов, обычно не более 30. Обсуждали регламент работы комитетов, решали, кому вручить грамоты, назначали новых чиновников. Самый острый и дискуссионный вопрос по традиции – бюджет будущего года. Предлагается 9 миллионов рублей потратить на составление предпроектной документации на строительство автомобильного моста через Увать. Необходимость меры перед депутатами отстаивал первый замглавы администрации Андрей Мельников. Внимательно присмотритесь к нашим действующим двум главных мостам, то поймете, что они вообще-то нуждаются в дальнейшем в реконструкции и в капитальном ремонте. А что такое перекрыть хоть один мост на сегодняшний день без дублера и так далее? У нас город весь станет с вами. Проект рискует стать долгостроем. Потребуется выкупать землю у собственников домов на улице Набережная для строительства подъездных путей, решать организационные вопросы, искать внебюджетные источники финансирования. Сколько всего понадобится денег, сейчас нельзя даже предположить. Специалисты еще не подсчитали. Мы планируем все-таки вести 50 на 50 с областью, то есть финансирование этого моста. Поэтому мост этот очень важен на самом деле. Депутаты к перспективе строительства отнеслись настороженно. Прежде всего из-за расходов, которые понесет бюджет. Просили обосновать необходимость нового моста для города, подсчитать плотность машины и пассажиропотока. Высказали мнение, что первостепенно бросить все средства на строительство окружной дороги, а уж потом заниматься мостом. В РИО главы города Алексей Хохлов просил проект поддержать. Строительство моста – это вопрос стратегического развития города. И 9 миллионов – это даже не проект, это часть стоимости проекта. И те вопросы, которые сегодня задавали совершенно обоснованно коллеги, они должны как раз найти ответ вот в этом предпроектном или части проекта работы. Проект включает три этапа. Сначала строительство моста и автодороги на участке от Профсоюзной до Рыбинской улиц. Затем постройка автодороги от Суворова до Профсоюзной. Третий этап – строительство трассы на Набережной улице от Шереметьевского проспекта. Также реконструкция полотна от улицы Спартака до Товарной. Большинство депутатов строительство моста-дублера поддержали. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.